Отдых воды может быть опасен. МЧС предупреждает об ухудшении ледовой обстановки на Байкале. К примеру, в Листвянке водоем еще не замерз как следует. Вдоль берега наблюдаются торосы, сам лед с резкими перепадами толщины, трещинами и разломами. И такая картина вдоль всего побережья, от Листвянки до Больших Котов. В Большом Голоусном, недалеко от суши, произошел отрыв льдины из-за ветра и землетрясений. Поэтому, если на выходных вы собираетесь отдохнуть на Байкале, на лед лучше не выходить. Здравствуйте, в эфире программа «Новости по будням». О последних важных и значимых событиях узнаете в ближайшие полчаса. А прямо сейчас короткие анонсы центральных тем выпуска. Генпрокуратура выявила массу нарушений в дистанционном обучении школьников при Байкале. Так, в некоторых населенных пунктах из-за плохого интернета образовательный процесс был невозможен. Я, Ольга Харнутова, выясняла, как из этой ситуации выходили педагоги и ученики Иркутской области. Иркутские ученые займутся синтезом лекарства от гриппа, онкологических заболеваний и даже ВИЧ. Когда препараты будут готовы и сколько средств вложили в развитие мировой фармакологии, расскажем в выпуске. Из выпуска также узнаете, почему в некоторых районах Иркутска плохо очищают от снега проезды между домами и какую опасность это представляет для автомобилистов города. Но начиная выпуск, мы с другой, можно сказать, парадоксальной новости. Несколько жителей Иркутской области отказываются от выигранных в лотерею денег. Сразу 4 миллиона рублей сейчас остаются бесхозными. Ну а как иначе можно назвать сложившуюся ситуацию? Еще 1 января был проведен традиционный розыгрыш денежных призов среди россиян. По его итогам в стране появился сразу 581 лотерейный миллионер. 8 из которых – это жители Иркутской области. 4 наших земляка без промедления обратились за своими выигрышами. Остальные 4 прибайкальца то ли не в курсе, что теперь они миллионеры, то ли деньги им не нужны. Ведь на календаре уже 22 января, а счастливчики до сих пор не забрали свой выигрыш. К счастью, время у новоиспеченных миллионеров есть. Обратиться за деньгами можно в течение полугода. По уважительной причине организаторы лотереи могут подождать 3 года. Правда, после этого срока невостребованные миллионы окажутся в казне Российской Федерации. Часть выделенных денег из федеральной казны на борьбу с коронавирусом в Иркутской области использовали не по назначению. Это установила контрольно-счетная палата региона. Выявлены факты нецелевого применения средств, направленных на выплаты врачам, которые борются за здоровье и жизни больных коронавирусом. В частности, одним специалистам переплачивали, другим, наоборот, не додавали положенной компенсации за работу с пациентами. Неразбериха возникла из-за неправильного распределения отработанного с больными времени. Тем не менее, большая часть нарушений была устранена еще в ходе проверки. Дополнительные соглашения были заключены с некоторыми медиками, ведь именно от их труда зависит эпидемиологическая ситуация в регионе. К слову, сегодня есть положительные сдвиги. За прошедшие сутки количество победивших болезнь превысило число заболевших. 284 выздоровели против 262 новых случаев заражения. 9 пациентов спасти не удалось. Еще один человек умер от сопутствующих заболеваний. Другой предварительный диагноз поставили воспитанникам дошкольного учреждения Вихаревки в Братском районе. Напомним, накануне 19 детей почувствовали сильное недомогание. Как выяснилось, сегодня они жаловались на тошноту и боли в животе. Похоже на отравление, но врачи считают, что это ОРВИ. Точный диагноз будет известен в воскресенье, 24 января. Когда подготовят результаты анализов, пока же воспитанники учреждения лечатся дома. Детский сад работает в прежнем режиме. Его не собираются закрывать на карантин. Напомним, что в Иркутской области за последние 2 месяца зафиксировано уже несколько массовых вспышек различных заболеваний в образовательных учреждениях. Так, в конце декабря в Шелеховской школе у 5 работников пищеблока и 10 детей выявили стафилококк. Похожая ситуация произошла несколькими неделями ранее в Катангском районе. Отравились воспитанники детского сада в Ербокачуне. Острая кишечная инфекция подтвердилась у 4 работников и 19 ребят. У большинства из них был диагностирован сальмонеллез. Победить сразу несколько болезней, вероятно, поможет препарат, который разрабатывают иркутские ученые. В перспективе его можно будет применять в борьбе с гриппом, онкологией и даже ВИЧ. В лаборатории, где создается будущее медицины, побывал Даниил Ситов.
Один лишний миллиграмм, и годы наработок и опытов не будут иметь никакого значения. Об этом точно знают Павел Волков и Ксения Храпова. Уже 5 лет научные сотрудники Иркутского института химии занимаются созданием нового лекарства. Его уникальность в том, что препарат поможет в борьбе сразу с несколькими болезнями, в том числе с гриппом, онкологией и даже ВИЧ. А побочные эффекты этого вещества, возможно, будут значительно меньше, чем у тех, что применяются сейчас. Проект направлен на развитие новых реакций с использованием этиленов, пиридинов и оригинальных фосфорсодержащих соединений, синтезированных из элементного фосфора красного, то есть без традиционного применения токсичных и агрессивных хлоридов фосфора. Еще одна особенность данного проекта – это его экологичность. Все потому, что специалисты во время синтеза вещества, синтеза лекарства обращают внимание не только на его эффективность, но и на безопасность экологическую при создании данного вещества. Именно этот фактор и стал одним из определяющих, когда фонд президентских грантов обратил внимание на проект наших ученых. В течение 2 лет организация будет финансировать работу химиков. За это время они получат более 1 000 000 рублей на создание и доработку препарата. Его, к слову, в мире фармакологии очень ждут. Как это ни странно, в 21 веке синтез новых лекарств – это проблема планетарного масштаба. Одна из проблем, ну, в целом, в частности, антибактериальных препаратов – это является резистентность бактерий. К старым антибиотикам. И нужно необходимо разрабатывать новые, которые будут более эффективные, чем уже известные. Вот это является основной тоже задачей сейчас современной. Не только химии, но и биологии, в целом как бы науки. Теперь у иркутских ученых есть 2 года на создание препарата, который, возможно, изменит мировую фармакологию. Но сначала специалисты должны определить идеальное сочетание веществ с точки зрения химии, а затем препарат начнут тестировать биологи. Данил Седов, Виталий Перетолчин. Новости по будням. Смогут ли добиться сегодняшние школьники такого же успеха, как иркутские химики? Ведь на их образовании могло сказаться некачественное обучение. К тому же по всей стране в 2020 году образовательных процессов в дистанционном формате проводили с нарушениями. В том числе и в Иркутской области. Это выявила Генеральная прокуратура. Все дело в том, что в 21 веке всемирная паутина и телефонная связь доступны не для всех жителей региона. Или же качество интернета просто не позволяет пользоваться сервисами для образовательного процесса. С этой проблемой столкнулись ученики школ сразу нескольких населенных пунктов Прибайкалья. К примеру, села Хагод Баиндаевского района и Перефилова Тулумского. Поэтому учителям приходилось передавать задания для детей в письменной форме. А родители школьников были вынуждены самостоятельно объяснять материал ребятам и помогать в выполнении большого объема заданий. Теперь после проверки прокуратуры региональному правительству предстоит решить вопрос с доступностью интернета во всех муниципалитетах. Проблем с дистанционным обучением хватает как с хорошим доступом в интернет, так и без него. С какими трудностями пришлось столкнуться педагогам и детям на удаленке? Об этом мы спросили экспертов, учителя Анну Козорину и IT-специалиста Антона Силантьева. Их мнение услышите прямо сейчас. Я, поскольку преподаватель русского языка, я должна сказать, что обучение тексту, обучение изложению, сочинению на расстоянии практически невозможно, особенно без использования там видеосвязи. То есть если видеосвязь, видеоконференция позволяет продемонстрировать ребенку текст, связи текста, работу с текстом непосредственно наглядно. Учителя, особенно учителя в возрасте, не так быстро осваивают интернет-ресурсы, образовательные платформы. Самостоятельно пожилым педагогам и в возрасте им тяжело будет, не будет, а тяжело обучаться работе на компьютере, потому что технических специалистов, которые могут их обучить, в деревнях обычно нету. Вот. Ближайшие – это районные центры, либо областной центр. И при том все эти курсы, они платные. Чтобы заплатить за услуги ЖКХ, приходится идти в соседний поселок. В таких реалиях уже 1,5 года живут люди в Мальте, Усольского района. Там закрыто единственное на всю округу почтовое отделение. Подробности непростой истории в следующем материале.
Амбарный замок на двери, множество вопросов у людей. Единственное почтовое отделение в селе Мальта закрыто уже полгода. Учреждение прекратило свою работу еще летом. Официальная причина – кадровый дефицит. Из отделения попросту уволились все сотрудники. С этого времени жителям села, а это преимущественно пожилые люди, приходится ходить в соседний поселок Белореченский. Ведь у большинства пенсионеров в населенном пункте нет интернета, поэтому оплачивают коммунальные услуги они по старинке – на почте. Я получаю посылки, мне приходится ходить в Белореченск. Письма у нас все, ну, мне приносят только квитанцию. Я иду в Белореченск получать их. Я считаю, что у тебя должна быть почта. Такой большой поселок, столько пожилых людей. Платить и то это самое, как говорится, в Белореченск надо лезть. А так это самое, надо почта. Местные жители, кстати, готовы сами выйти на работу в отделение. И не раз с таким предложением обращались и в местную администрацию, и на почту. Но ответа так и не последовало. Поэтому в селе стали распространяться слухи о том, что почту на самом деле закрыли из-за ветхости здания, где она располагалась. Придерживаются этой точки зрения и глава муниципального образования. Мы писали неоднократно письма туда, то есть в связи с чем это все закрытие. Но вот мы уже отправили, и в течение уже 2 месяцев никаких ответов нам никаких не пришло. Но, тем не менее, я так этому мое мнение, то, что, значит, скорее всего, что из-за ветхости здания, им неохота приобретать новое здание или там строить что-то. Однако у пресс-службы управления Федеральной почтовой связи Иркутской области другое мнение. Там заявили, что здание является вполне пригодным для эксплуатации. Ведомстве настаивают, что причина временного закрытия отделения в Мальте исключительно кадровые трудности. Более того, поиск нужных специалистов уже идет. Мы приносим извинения клиентам за доставленные неудобства. Работа почтового отделения в поселке Мальта будет нормализована сразу после укомплектования штата. Поиск сотрудников ведется совместно с центром занятости. Объявления о свободных вакансиях опубликованы в районной газете и размещены на досках объявлений. Более того, уже появилась информация, что кандидат на вакансию начальника почтового отделения в Мальте нашелся и с ним даже провели собеседование. Поэтому возобновление работы узла связи – вопрос времени. Павел Желудев, новости по будням. Несколько дней потребовалось, чтобы устранить угрозу подтопления частного сектора в Тайшете. Для этого дорожники с помощью экскаватора расчистили русло ручья «Зуевский ключик». Теперь вода не должна выходить из берегов и угрожать участкам и домам. А вот на улицах между домов Иркутска спецтехники пока не видно. Как результат, дороги завалены снегом. Это сказывается на безопасности автомобильного движения. Когда же коммунальщики приступят к расчистке проезжей части, расскажем в следующем материале. В противостоянии автомобиля и кучи снега побеждает последнее. И машина лишается переднего фонаря. Транспортное средство занесло на дороге. Причина – плохая уборка иркутских улиц между дворами. Соцсети заполонили видео подобного рода. Эти кадры демонстрируют превосходную реакцию владельца регистратора. Иначе пришлось бы отмечать день жестянщика. В случае же аварии добиться компенсации за ремонт у ответственных за расчистку дорог было бы очень сложно. Я не слышал ни разу, чтобы управляющую компанию привлекли к ответственности за не халатное даже, наверное, отношение к содержанию проездов, и из-за которых произошло ДТП. В любом случае должна быть экспертиза того, что именно условия дорожные повлекли вот это ДТП, а не действия водителя. Вот. А вот, эту экспертизу провести у нас, к сожалению, возможности нету. Январь только вступил в третью декаду, а в городе уже выпало более месячной нормы осадков. Снегоуборочную технику первым делом бросили на очистку главных улиц. А вот до внутриквартальных проездов дело пока не дошло. На придомовых территориях убирать снег с дорог обязана управляющая компания. Но еще не везде коммунальщики приступили к своим обязанностям. Для них это может обернуться штрафом от 5 до 55 тысяч рублей. Но такие санкции не ускоряют уборку улиц. Есть проблемы, не очень хорошо оцениваю. Есть вопросы, которыми нужно заниматься, в том числе и нашим службам, не только коммунальным, да, которые непосредственно отвечают за внутриквартальную уборку, но и автодору. Конечно, понятно, что когда разговаривают с руководителем, говорят, дневное время крайне все. В центре осложнена уборка в связи с наличием большого количества припаркованного транспорта. Поэтому решено производить уборку междворовых улиц в ночное время. А вот вывозить снег не обязательно, его можно оставлять во дворах. Главное, чтобы он не мешал движению машин и пешеходов. Естественно, закидывать снегом нельзя зеленые насаждения. Иначе по весне, когда снег растает, на придомовых территориях придется решать новые проблемы. Олег Федоров, Виктор Черкашин, новости по будням.
проблема вывоза мусора для маломобильных граждан в скором времени решится. В Иркутской области инвалидам и пенсионерам будут помогать выносить отходы прямо из дома. Каких территорий это коснется и что нужно сделать для оформления новой услуги, расскажем в рубрике «Ценный выбор». Региональный оператор запускает программу вывоза отходов для маломобильных граждан. В эту категорию попадают инвалиды со второй по четвертую группу, лица преклонного возраста старше 75 лет и одинокие люди, временно потерявшие мобильность и проживающие в частных домах. Для них в ближайшее время будет организован попакетный сбор. Эта услуга будет доступна на территориях, расположенных в населенных пунктах, которые обслуживает региональный оператор. Правда, чтобы заветный мусоровоз приехал и забрал ТКО, придется пройти небольшой квест. Для подключения услуги необходимо предоставить региональному оператору сведения о проживающих людях в домовладении, паспорт претендента на вывоз мусора, справку об инвалидности или аналогичную бумагу о временной потере мобильности. Подать документы можно несколькими способами, обратившись в органы местного самоуправления, отправив сканированные документы на почту регионального оператора или же оформить заявку непосредственно на сайте РТНО Иркутск. Начнется же попакетный вывоз ТКО после того, как будет сформирован реестр всех нуждающихся в данной услуге. Точные сроки пока не называются. Павел Желудев, новости по будням. Ну а сразу после новостей спорта вас ждет увлекательное путешествие в самый южный регион страны, который удивляет своим гостеприимством и разнообразием ландшафтов. Не пропустите. Варвара Ворончихина может занести себе в актив выступление на Кубке Европы по горнолыжному спорту среди паралимпийцев. На первом этапе турнира уроженка Байкальска стала серебряным призером в гигантском слаломе и прошла отбор в финальную часть соревнований. Там девушка состязалась с лучшими спортсменками Старого Света, смогла войти в тройку сильнейших и завоевать бронзу. Ангарская команда по обоюдному соглашению сторон расторгла контракты с защитником Алексеем Ложкиным, нападающим Артемом Воробьевым и вратарем Ильясом Гафиуллиным. Что именно стало причиной прекращения трудовых соглашений, не сообщается. О том, где будут теперь выступать игроки, пока также неизвестно. Баскетбольный клуб «Иркут» готовится впервые в этом сезоне сыграть при заполненных трибунах. Наша команда проведет свой очередной матч Суперлиги 1 24 января. Противник – команда «Новосибирск». Напомню, что на стадионе «Труд» болельщики обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Даниил Седов, новости по будням. Внушительную дистанцию, почти 6 тысяч километров, преодолел наш коллега, а по совместительству путешественник Евгений Шоев, чтобы воочию увидеть многогранность самого южного региона страны – Дагестана. И прямо сейчас он готов поделиться с нами самыми яркими впечатлениями от этой поездки. Смотрим и погружаемся в атмосферу уникальной республики. Дагестан, кто же ты такой? Воинственный горец в папахе и с кинжалом? Или же злой кавказец, который выжимает из случайного путника все соки? Нет, не бойтесь, если Дагестан и может убить, то лишь своей красотой, настоящей кавказской душевностью и незабываемым гостеприимством. Правда, когда мы только прилетели в Махачкалу, ни я, ни Яна об этом даже не догадывались. Хотите, покажу парковку по-дагестански? Вот она, прям все в притирочку. Это путешествие, как всегда, было спонтанным. Глянув список открытых новогодних направлений, мы отбросили Мальдивы и взяли билет в Махачкалу. Не, ну что, такого Нового года, чтоб среди гор, пустыни, моря, у нас еще никогда не было. Если театр начинается с вешалки, то Дагестан с Махачкалы. Ну, правда, по любопытности столица где-то и остается на уровне вешалки. Я бы сказала, обычный российский город. Если бы не Каспийское море, яркое сплетение национальности и завораживающий дух ислама. Ничто не расскажет вам про местную культуру лучше, чем центральный рынок. Здесь, как говорится, все смешалось в доме Облонских.
Рыбные головы, сочные гранаты, свежая паприка, отборный орех, гусиные тушки, виноградные листья, овечий сыр и урбеч. Не буду скрывать, я шла на рынок целенаправленно за урбечем, густой пастой, которую получают из перетертых семян и орехов. Но круче всего то, что на этом рынке дают попробовать все бесплатно. Если уж и говорить о бюджете, то, наверное, нельзя не сказать про наш план. Дагестан мы решили посмотреть из окна машины, которую еще нужно арендовать. Нам повезло, несмотря на праздники, мы смогли взять в аренду ее. Нет, не эту. Вот эту. Лада Калина. You know I'm from Lima. I call me hipster. У нас есть три педали. Ты что там за лифт? Есть сцепление. Я на механике ни разу не ездил. Сейчас видос на ютубе посмотрю и поедем. But they call me Dima. А пока Женя пытается прорваться через махачкалинские пробки, давайте я вам немного расскажу про Дагестан. Дагестан – это языковая мозаика. Причем никакого дагестанского языка не существует. Здешние жители говорят примерно на 40 самостоятельных языках, причем только 15 из них имеют письменную форму. И вот еще кое-что. Только в Дагестане вы можете услышать табасаранский язык. Это один из сложнейших в мире, в котором, на минуточку, 46 падежей. Самый южный, самый древний. Ну да, это про дагестанский Дербент. Город с 2000-летней историей. Правда, после присоединения Крыма возникла небольшая неразбериха. Теперь название самого древнего претендует еще и Керчь. Погуляв по Махачкале, вы заметите еще кое-что. Здесь строят не ввысь, а вширь, причем абсолютно незаконно. В Дагестане очень распространены самовольные пристройки к домам. Зайди со двора, и ты обязательно увидишь на любом доме кучу наростов в виде балконов, пределов, террас. А еще в Дагестане обожают подделывать бренды, причем не стесняясь и в крупных масштабах. Так что в этой республике вы сможете заправиться на Роснефти, Руснефти и Ликойле. Дагестан – это, конечно же, Каспийское море. Да, в нем пока не отражаются фешенебельные пятизвездочные отели, зато отражаются другие, гораздо более сильные, я бы даже сказал, немыслимые вещи. Каспийский монстр, неуловимый мститель. У этого экраноплана с десяток имен, но официальное лишь одно. Лунь. Так называется чудо-машина, судьба которой впечатляет и угнетает одновременно. Нет, ну вы только посмотрите, какая это махина. По-моему, в ней вот на первый взгляд сочетается массивность морских судов и грация так любимых мною самолетов. На видео сложно понять масштабы, но присмотритесь, вот Лунь, а вон там, снизу, я. Впечатляет, правда? Эту махину высотой с 7-этажный дом спустили на воду в 86-м году. Перед монстром стояла одна задача. На скорости 500 км в час и ниже уровня радаров подлетать к кораблям противника и уничтожать их. И вы знаете, Лунь полетел, правда, очень быстро налетался. Самолет признали неэффективным, и уже в 90-х, вслед за Советским Союзом, начал разваливаться и Лунь. И все это сделано из чистого алюминия. Представляете, я когда был маленький, у нас во дворе был заброшенный склад, мы как-то оттуда вытащили весь алюминий и сдали его, купили какие-то там конфеты. Если бы у нас в то время был вот такой склад алюминия, то я бы, наверное, купил себе конфетную фабрику. Но здесь, кстати, нельзя, потому что на Лунь у властей есть определенные планы. Совсем скоро здесь, недалеко от Дербента, появится военный музей, а главной скрипкой в этом патриотическом ансамбле будет именно Лунь. И это отличная новость, потому что даже короткого знакомства нам хватило, чтобы понять, этот экраноплан достоин гораздо большего, чем медленная смерть где-то на берегу Каспийского моря.
продолжает свою работу еще один проект телеканала НТС. Информационно-аналитическая программа «Особое мнение». Очередной ее выпуск наши зрители увидят уже в эту субботу. На этот раз автор-ведущий проекта Давид Азизов уделил особое внимание работе Прибайкальского национального парка. На вопросы нашего коллеги ответит директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Заповедное Прибайкалье» Умар Рамазанов. В эфире программы он расскажет и объяснит все особо острые моменты, которые беспокоят жителей региона. В том числе речь пойдет о деньгах, которые наши земляки платят при посещении особо охраняемой природной территории, и о том, куда эти средства уходят. Кроме того, зрителей ждет традиционный обзор основных тем уходящей недели. Не пропустите в эту субботу, 23 января в 13:30 на телеканале НТС. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Желаю вам хороших выходных и помните, мы всегда вместе с вами.